Сейчас, может, кого-нибудь выебем, блядь. Пацаны, может... Так, это малолетки? Mm-hmm. А чё, куришь? Мы малолетки. HKD. А сколько вам лет? Ну, вы симпатичные, но мелкие, да, ещё? Ну, да, нет. Нам по 14. А, боже мой. Да нам не по 14, нам по 17. Да. Чё, понравился? Нормальный мальчик? Ну, нормальный. Вы не очень. Ну, один разок бы дала, может быть. Я дала. Нет. Ну, у тебя никто не спрашивал, во-первых. А то ты сразу предлагаешь там что-то. Кому ты нужна, старушка? Просто я не цензор. Озвучка, вот. Посмотри, у меня смешно. Отъебись, нихуя не буду смотреть. Пошел нахуй. Ты гей. Да, гей. Ты гей, блядь. Ты гей, ёпты. Все мы геи, нахуй. Все мы грязь. Все мы котики. Все мы мальчики. Мы на Твиче осуждаем. Бля, пиздец, Настюх, я тебе жопу вылежу, реально. Соски твои, ты охуенная баба. У меня такой еще не было, пизденочки. Ты все? Договорил. Алло, бомбарбей. Подожди, дура, ёпта, видишь, разговариваю. Настя Вангай, а Влад Нор. Гей. Целую тебя, Настюш. Настюш, целую тебя, реально. Между булочек. Хорошо, малыш, Юля, ну все, потрахаемся тогда на днях. Пиши. Поебёмся. Реально поебёмся. Она тебя не слышит. Ты напишешь смс. Какие нахуй смс-ки, блядь? Это Дискорд. Ну, блядь. Какой ещё Дискорд? Хуй гну. Дискорд, ёпта. Скайп, знаешь, что такое? Ёбаный рот. Пиздец, блядь, вообще из деревни. Старый, ты нахуй что даёшь-то, блядь? Какие, блядь, смс-ки? Какие, блядь, смс-ки, нахуй? Это моя жена, ёпта. Моя жена, бля, жёнушка. Бля, ебать, я красивый, я уже не могу. Какой же красивый, пиздец. И? Как вам, мальчики? А, ну ты похож на то, скажи. Даген Солнце. Да, это я. А, ну, у меня не было прыщей. А у тебя есть? Не, нет, да. На жопе шерсть. Настя, да потрахаемся. Только сама и точка. Ага, блядь. Да ты нихуя не лижешь, блядь. С конца к концу не ешь, блядь. Пизду. В рот не берешь. До свадьбы на живот. Без прав. Они еще без... Пацаны, они еще без прав гоняют? Тубавы? Нет. Они еще без прав гоняют? Да, без прав гоняют. Мои губки по твоей залупке. А, видишь, ты объебался уже. Да. Тебе сказал, без прав гоняют. А ты сказал, кто? Я сказал, твои губки по моей залупке. А я сказал, мои губки по твоей залупке. Так что, бля, пиздец. Вы геи? Это старая хуйня ещё. Детская, блядь, базар. Детская хуйня, ёпта. Так я мужик. Нихуя себе, блядь. Ну похуй. А мне похуй. Нам как латышам, ебать, до пизды. Это панамка такая. Это прокладка. Двенадцать капель. А-а-а. Нихуя себе. Большая прокладка. Ты что, голова течет? А мне головы нет. Справка, блин. Обращайтесь. По здоровью, блин. А, я понял. Ладно, поднял, приподнял, ёпта, заплакал. Настя, ну поебёмся, хули, блядь. Мы не бабы, что ли? Она ебать. Блядь, нормально, возбудили, пацаны. Спасибо. Обожаю, блядь, обожаю эту тему. Ой, блядь, гич, от рулетка, это, блядь, то, что мне нужно. Я ж на гич от рулетки. А как же Настя? Да она меня бросила, походу. Пиздую. Нет лучшего влагалища, чем очко товарища.
Лада, короче. Лада седан баклажан. Бля, чё? Вот эту хуйню. Ну вот, тогда, тогда поцелуй вот это. Язычком вот так. На пиво есть деньги? Ну вот это сделай. За полтос. Ну за полтос, ну чё ты? По-пацански, ебани, ну. Чё это такое? Подмышка. Это же. Алло. Можем только в попу, Настя. Хорошо, в попу так в попу. Будем трахаться. Юлька баба, а он гей, я мужик. Юльку тоже трахнем. Слушай. Всех выебем. Всех выебем, блядь. Отпердолимся. Отменись. Бля, у меня хуй пиздец. Али? У меня хуй 30 см. Вы знали? Нет, не знаю. У меня хуй пиздец, ебать, как у коня. А-а-а. Ну это так, чтобы знали. Бля. Чтобы знали, не... чтобы не знали, нахуй. Чтоб типа знали и не лезли. Лишний раз, блядь, а то хуем, блядь, по... хуем по лбу, как, блядь, настучу. Ебать. Добро? Чё? Хуем по лбу. Да, такое знание было. Блядь, чувак, у тебя хуй меньше сантиметра? Мне, мне Настюха говорит, ебать, у мужика, наверное, хуй меньше сантиметра. Сантиметр? Не, у меня 30 сантиметров. Бля, у меня пиздец, у меня хуй вот такой. Если вот это, смотри, если вот это 50, вот это 100, блядь. У меня хуй 100, блядь. Просто 30 сантиметров. Ты скинь, в каком ты мере на 5. Скинь, короче, в смс-ке, в каком ты масштабе скидываешь цифры. Может быть, она так поймет, если она адекватно помнит. Может, нам забить. А мне, мы еблись, она знает мой хуй, чё. Понимаешь, если написал 30, это не значит, что у тебя 30 сантиметров. Ну я же не дециметр. Ну чувак, ну я в дециметрах, дециметры, правильно же? Ну 6 сантиметров, 6... 600 миллиметров, правильно? Так вот напиши масштаб и пиши 0,30. Что 0,30? А я понял. Ты тормоз. Извини. Бухта. Мое здоровье. Чай. Это чай. Хоть кончай. Пацаны, дрочите? Пацаны, дрочите? Естественно, каждый день. Понял, все. Он. Алло. Долбоёб, что ли? Как ты меня назвал? Хуй моржовый, блядь. Долбоёб. За ебальником своим следи, блядь. Чудовище, нахуй, обезьяна, блядь. Ты себя видел? Ну да, соска. Блядь, чё? Чмошник сын твоих родителей, блядь. Ебанёшь? Я ебался твою домовую книгу, дурак. Я тебе дымоход чистил, блядь, понял? Чмо, ебать, в натуре. Ты откуда, уёбок? Слышу, уебан, я из Италии, блядь. А ты откуда, мразь? Залупа ты конская, долбоёб. Залупа сын твоих родителей, еблан. Ну чё там? Потрахаемся, нет? Чё ты? Вряд ли. А? Вряд ли? Вряд ли. А что-то лицо не вышло, да? Ну да, что-то не очень, да, согласен. Что-то ты не ас. Это волосы там получилось? Бля, не могу понять. А это твои или накладные? Это парик? Ну пережгли. Пережгли, конечно, волосики тебе. Ну да, с лица. Ну что, потрахаться не хочешь? Нет, золушка, спасибо. Пожалуйста, всегда обращайся.